Домнул Сергей. Да, слышу вас. Ваше сегодняшнее побывание по судам, Чеканского суда. Сегодня суд в очередной раз лишил нас права на справедливый суд. То есть мы в суде сделали заявление, предоставив запись программы ПРОТУБ. Был доказан состав преступления прокурорского бандита, который вместе с прокурорами совершили преступление, сделали ложные экспертизы, ложные постановления. Мы в судах не можем ничего доказывать. Нам не позволяет ни предоставить доказательства, ни сделать заявление. Мы не можем ничего. Насчет адвоката? Насчет адвоката, который принимал участие по фамилии Пахопол Наталья. Ваш адвокат? Нет. Монтянан. Монтянан. Монтянан Владимир. Прокурорского бандита адвокат, который принимала сегодня участие. Она принимала в 2018 году, когда рассмотрел судья по фамилии Бишеля. Она также вводила в заблуждение суд, она также давала ложные показания, так как экспертиза была доказана, что с его рукой это старая травма от падения, а не от того, что его ударили. То есть адвокат помогала вводить в суд в заблуждение и давать ложные показания. И она сейчас принимает дальше участие. Ихние намерения, как адвокат Пахопол, вы говорите, да? Наталья Пахопол. Закрыть ихние намерения, закрыть меня они хотят. Как Монтяна говорит, убить, потому как что он оттуда не выйдет. Убили, закрыли, убили, так и его хотят закрывать, убить. От этой семьи все, что есть. Либо выгнать из страны. Вот это их не замерение. Да, но Димитория... Но бороться с мафией надо, да, я это понял. Бороться с мафией надо, но не знаю, насколько можно бороться. Схема Минецац, в континуаре. Никотрщини, Никотрщини. Диалор, вамини лор, сентем, аломонтяну, вот это мафия. Cineva sună, cineva va... Nu, chiar sunt, cred, sunt provocată la serviciu, sunt provocată, vin oameni, dar sunt urmărite, diferite sunete, diferite numere necunoscute. Noi așa știm. Consider cu oamenii lui domnul ăsta? Da. Muntean, da? Muntean, Vladimir șef de pază, Tirat Petrol, poftim. Poftim. Care lui îi permite domnul Cimbir, șef procuratora botanică, îi permite din 2013... Să facă tot ce vrea. El poate să ucidă și omul și domnul Cimbir îi închide tot. Și procuror e Cimbir este, da? Procuror, domnul Cimbir. Și amu-i activează procuror? Da, și acum ala primește. Я хочу сказать, что на сегодняшний день здесь судами правят не судьи, а прокурор. Так думаете вы? Да. Не так думаю, а так мы уже Но судьи выносят решение. Судьи же выносят решение. Мы проходим через здесь 4 года. 4 года мы приходим в апелляционную палату, мы видим, как прокуроры руководят судами. Это вы так считаете? Это мы уже видим. Это не то, что Но мы суд считаем. Выносит решение, суд, гуманный суд. Суд выносит решение против вас, игнорируя ваши доказательства, так как по закону мы имеем право делать ходатайство, заявление, предоставлять доказательства. Суд не принимает эти доказательства, тем самым разваливает суд, и ты остаешься у разбитого корыта с носом. А прокуроры то, что наметили, так как они тебя перед судьями облили грязью, выставили тебя... непонятно кем, так ты и будешь. Вот и вся здесь система правосудия. Ну, да. Бороться же надо же или нет? Надо бороться. Я говорю, кум сентем, ну, кум я сент номита ди соция луя, Памфилии Анна, дифферит кувинти мунтари. Алло, Монтяну Владимир Шеф, ди паза Тирет Петров. Памфилии Анна фамилия? Да. Ди Памфилии Любовь, кум ам фост номита дифферит кувинти мордари. Am scris cerere la poliție, plângere pe tot locul. Zero, da? Da, zero. Deci aici fac murdărie în scară, cei ce fac murdărie pe tot locul, cei ce face Munteanu în scară aceea, domnul Cimbir și poliția botanică tot ascunde. Procurorul Cimbir. Procurorul Cimbir. Lui Munteanu, Vladimir, șef de pază, Tirec Petrov, îi permite tot. El, am vrut să vă spun, el iese din casă, din scară și arată soției Victoria. Victoria, au pobedili. Victoria. Eu întreg în scară, sâmbăt țară, soacra lui șede la geam și ne arată ea ca așa mie. Că noi nici nu ne câștigăm. Tot în folosul lor. Ea ca ce fac. În 2018 году, когда у меня рассматривал судья по фамилии Бишеля на ботанике в Баюканах, мы выиграли эти определения, они вступили в законную силу. Ни прокуратура, ни этот прокурорский бандит не обжаловали эти определения. Они высказывали на тот момент. Вы его закройте, и он оттуда не выйдет никогда. Об этом говорил прокурорский бандит вместе с прокурорами. Он в нашем доме сказал, если вы хотите жить в этом доме, он оттуда не выйдет. Живите спокойно, чтобы вас не было слышно и видно. Либо уезжайте из этого. Или уезжайте.